Набравшись сил после небольшого отпуска, «Казанский Рубин» свою подготовку к новому сезону начал уже 8 июня. Первый сбор команда проходил в Австрии. С 8 по 24 июня казанский коллектив тренировался и провел один товарищеский матч против донецкого «Шахтера». В этой игре приняли участие практически все футболисты «Рубина», включая тех, кто находился на просмотре. Казанцы победили украинский клуб со счетом 3-2, благодаря автоголу Чигринского, а также мячам Уридии и Рязанцева с пенальти. Первый сбор команды проходил во время финальной части чемпионата Европы 2012. Роман Шаронов, капитан команды, защищал цвета национальной сборной России и присоединился к клубу уже на вторых сборах, которые проходили в немецком городе Бад-Вюрисхофен с 3 по 12 июля. С командой тренировались все игроки основного состава, включая новичков клуба Ивана Маркана, который перешел в стан казанской команды из Вильяреала, Ивана Темникова из Брянского «Динамо» и Михаила Платику из Кишиневской академии УТС. На этих сборах «Рубину» удалось провести два товарищеских поединка. В первом матче футболисты из Казани победили австрийский «Райндорф Альтах» 2-0 благодаря голам Дедюна и Давыдова. Вторым же соперником команды стал немецкий «Аугсбург», выступающий в первой Бундеслиге. «Рубин» владел преимуществом весь матч и сумел отличиться уже на 8-й минуте. Сергей Давыдов заработал пенальти и сам же его реализовал. В начале второго тайма Сальваторе Бакетти и все тот же Давыдов довели счет до крупного и фактически обеспечили победу казанцам. Немцам удалось лишь отквитать один гол ближе к концу матча. 3-1 победа «Рубина». По окончании сборов «Рубин» отправился в Самару, где в прекрасном стиле в матче за суперкубок страны был обыгран питерский «Зенит». На 28-й минуте Бакетти ударом головой замкнул навес Романа Еременко, а через 10 минут Владимир Дедюн воспользовался передачей Александра Рязанцева. Во втором тайме команды голов друг другу не забили, и «Рубин» во второй раз в своей истории стал обладателем суперкубка страны. Молодежная команда «Рубина» претерпела значительные изменения в составе. Сразу 15 футболистов команды продолжат карьеру в нижнекамском «Нефтехимике», который по результатам прошлого сезона вышел в футбольную национальную лигу. Сергей Кисляк, полузащитник нашей команды, также проведет грядущий сезон в аренде. Его новой командой стал футбольный клуб «Краснодар». Команду нынешним летом покинули Марат Даяти, он перешел в ярославский «Шинник», Евгений Баляйкин и Петр Немов, которые продолжат карьеру в «Крыльях Советов», и Джонатан Валье, отправившийся в Испанию на правах свободного агента. В руководящем составе клуба также произошли изменения. В конце мая новым президентом «Рубина» стал Валерий Юрьевич Сорокин, а позже был назван генеральный директор клуба. Им стал Андрей Витальевич Громов. Одно из самых обсуждаемых изменений межсезонья – смена логотипа клуба. Во всех турнирах сезона 2012-2013 футбольный клуб «Рубин» будет выступать с новой символикой. Также в соответствии с новым логотипом разработан фирменный стиль клуба и заказана новая линия официальной атрибутики. И, конечно же, нельзя не отметить новые абонементы «Рубина» на этот сезон. Теперь абонемент представляет собой не только пропускную карту на стадион. Теперь это банковская карта международной платежной системы с функцией PayPass, одной из последних инноваций в области пластиковых карт России, а также системой накопления бонусов. Подобных карт в нашей стране еще не было. Теперь каждый может приобрести абонемент и присоединиться к «Рубиновой» семье. Мы «Рубин», нас не остановить!